Целью нашей конференции, организованной в цитадели науки, является опровержение мракобесных, антинаучных и политически вредных слухов, несколько лет циркулирующих по Москве и за ее пределами. Точка зрения, которая будет здесь представлена, является единственно правильной. И любое другое толкование известных событий некоторыми гражданами по недомыслию либо со злостными целями будет пресекаться нами как враждебный выпад. Я к тебе, дух зла и покровитель теней. Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? Страшно подумать. Да. И как бы выглядела Земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Ваше удостоверение. Тысячи извинений. Какие удостоверения? Проверка документов. Предъявите паспорта. Вы писатели? Естественно, кепку сними. А с чего вы взяли, что у нас есть паспорта? И вообще, что они нам нужны? Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Дело в том, надо ли спрашивать удостоверение у Достоевского, чтобы убедиться, что он писатель. Возьмите 5 любых листов из его романа и без удостоверения убедитесь, что он писатель. То есть как это? У всех есть паспорта? Абсолютно у всех. Возможно, они нужны тем, кто ничего не знает о себе. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья, все живое, во имя твоей фантазии наслаждаться голым светом? Я думал, у него удостоверения-то не было. Ты как думаешь? Пари держу, что не было. Вы не Достоевский. Ну, почем знать. Достоевский умер. Как? Но тебе придется примириться с этим.